stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you mind. Друзья, всем привет! Это мой влогмас, день четвертый. И хочу вам сказать о том, что я вообще думала, что я не буду снимать влогмас больше, потому что меня реально не хватает, хотя я очень хочу. Но тупо, вот я вчерашнее видео монтировала. Не вчерашнее, когда я не знаю, когда я это смонтирую. Монтировала до 2 часов ночи, и я уже очень устала. И я такая думаю, ладно. Нет, надо забрать себя в руки и снимать. Вот, поэтому сегодня у нас по планам что? Сейчас я иду за Софи. Утро у меня вообще было для себя, я работала. И не снимала этот хаос-кипиш, который дома у меня происходит. Ну вот, поэтому я сейчас забираю Софи, потом мы едем в центр, нужно фотографироваться на документы. Потому что мы в пятницу уже идем отдавать в полицию документы наши. Еще не знаем, что там будет. Потому что вот этим ребятам, которые с нами, я снимала предыдущие влоги с украинцами, им отказали, и они уехали домой. Так что мы теперь снова одни. Вот, и в общем, к чему я это говорю? Потом у нас мы едем на ярмарку, я покажу. И сегодня идем в ресторан кушать влог. Там где шведский стол. В общем, все. Это такие планы, все, пошла за Софи. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Отобрала у Софиши повязочку и, по-моему, очень даже ничего. А Софиша дала ее старую. У нас сегодня вообще какой-то сумасшедший день, потому что я полностью в работе сегодня была, а Даня на работе, Софиша в садике. В общем, мы сегодня очень много всего сделали. Ну как мы, я по работе много сделала. И сейчас едем в центр. Надеюсь, там будет ярмарка. Все-таки мы доберемся до этой ярмарки. Мне кажется, мы туда уже, не знаю, пытаемся попасть очень долго. Вот, доберемся до ярмарки, а потом поедем покушаем вот в этот вот ресторан, где тебе приносят, ты платишь за вход, и тебе ты заказываешь все, что хочешь. Ну, понятное дело, в пределах. В пределах, но все, что хочешь. Вот. Я целый день ничего не ела. Я так хочу есть. Вот. Так что сейчас пойдем покушаем, поиграем, погуляем. Вот такие у нас планы. Я вам покажу. Софиша, они такие огоньки. Папа, покажите. Где? Ну как, ты что, не видишь? Вот смотри, вверх. Папа, посмотри, вот какие огоньки дуются. Вот же, вверх. Вон они дуются, смотри, огонечки. Какой автобус. Наклейки. Дуется флаг Украины. Класс. Такие фонарики здесь. И так прикольно. Вообще, мы вечером вообще практически сюда не выезжали, да, Дань, скажи? Да. Вот я даже не помню. Вот там тоже такая красота. Вон, как красиво, да? Ой, вы красивые. Посмотрите, какая красота там уже. Просто все такое в фонариках, как я это обожаю, боже. Вы видели, там все в фонариках, блин, обожаю просто. Почему мы раньше не выезжали сюда, я не понимаю. А, мы не хотим, Получается так, что мы сейчас же идем в ресторан в этот кушать и не хотим перебиваться. Вот, но я сейчас, мы купим 2 штучки и
ей, чтобы показать на видео, что это такое вообще. Да, да? Вот, чуросы, значит. Два штучки стоят 50 центов. Очень дешевые, они с шоколадом вообще им делают. Блин, нам так быстро дали, что я не успела снять. В общем, это вот такие чуросы. Зай, энтрада вон там. Не тут. Не тут, с той стороны. Дай, подожди, я сниму. Короче, это вот такие вот чуросы. Здесь их все покупают. Хочешь чурос? Давай, сними. Сейчас будем чурос кушать. Будем кушать чурос? Вот. Ай. Вот такие, вообще их шоколадом, но у нас нет налички, у нас на карте все. Они тут не принимают, у нас было евро. И мы взяли вот на евро 4 штучки. Вот такие они получаются. Блин, они такие вкусные. Я не хочу перебивать. Но их надо есть только когда они горячие. Потому что они прям... Вообще шоколадом. С шоколадом. Но мы, естественно, не взяли, потому что мы вообще не планировали есть. Ну, не хватило бабок, ну что. На карте все. Тут, видите, закрыто. Надо обходить сюда. Сейчас пойдем туда. Блин, я сейчас в схеме, так хочу есть. Я не ем. Все, пошли дальше. It's Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Все, мы приехали есть. Зай, ты готов? Я не могу, уже пойдем. Даня уже. Просто я вижу, что он... Целый день еще не ем. Да я тоже целый день еще не ела. Сейчас мы придем, как наедимся, я не знаю, это еды. Да, Дотя? Дотя тоже голодная. В общем, мы все голодные. Да. Мы все голодные, идем. Очень сильно хочется есть. Прям жутко. В общем, все, мы заходим. Папа. А вот сюда мы, ребята, пойдем. Хапон Токио. Ой. Смотри, какой Дедушка Мороз. Дочь, смотри, какой Дедушка Мороз. Красивый? Красивый. Так, вот, вот сюда мы идем. Наконец-то будем кушать. Так, куда мы идем? Такие. Давайте. Вилочку, на вилочку. Короче, мы пришли, и все, сейчас будем кушать. Нам уже принесли попить. Так, это Софиша, это папе, это мне. Мы сегодня заходим с тяжелой артиллерией, да, Зай? Ночью. Зай, надо было сказать, без льда. Пардон, амиго. Так, мы с Даней начали с суши. Да, Зай? София вон ест,
пьет сок вилкой. Пожалуйста. Так, нам принесли вот такой вот рисочек. Сейчас мы будем его пробовать. Это как он называется? Непонятно. Он очень вкусный. Он прям офигенный. Мне кажется, лучше этого риса просто нет.